299 дел об административных правонарушениях возбуждено таможенниками Тверской области за минувший год. Наложено штрафов на сумму в 3 300 000 рублей. Из них более 1 850 000 взыскано. Конфисковано товаров и транспортных средств на сумму более 10 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник службы Смоленской таможни по Тверской области Александр Осипов. Следует отметить, что 58% всех выявленных нарушений составляют факты непредоставления или несвоевременного представления статистических форм перемещения товаров в рамках взаимной торговли со странами ЕАЭС. Также довольно часто встречаются случаи передачи недостоверных сведений.